Любые серьезные стратегические, тактические промахи даются очень болезненно компаниям. Поэтому в определенной степени это страховка и возможность взять этот опыт и правильно имплементировать на рынке. И для меня это там, основной инсайт, основной месседж, почему я здесь. Плюс один из важнейших вопросов, который звучит, насколько международный опыт, международная культура может быть правильно имплементирована, адаптирована в украинские реалии, да, к тем моментам, которые мы на сегодняшний момент имеем, к той культуре, которая есть, к тому менталитету, который есть. Вот, пожалуй, два основных месседжа, которые есть. Пожалуй, это на сегодняшний момент единственный правильный эксперт, который дает такого уровня спикеров и собирает такую аудиторию, потому что нет воркинг, возможность обсудить это на кофе-брейках и вечером с различной аудиторией, позволяет еще больше, да, уже, наверное, где-то на практике под разными углами посмотреть на этот опыт, посмотреть на эту важную, правда, важную тему для украинских крупных компаний.